Мы на обед с Олегом пришли. Решила вам сегодня влог смонтировать, а то все бегом-бегом с Олегом носимся с этой стройкой, с праздниками, закупками. Загоняемся уже. У нас даже и кушать-то особо нечего. Хорошо, бабушка Нина нам там щи сварила, но мы, правда, никак забрать их еще не можем, поэтому что Бог послал нам, а Бог нам послал сегодня. Салатик такой сделала. Овощной руккола, помидор, огурец, сыр слайсами такими на терке, ну, овощи чисткой нарезала. И вчера купили смесь специально такую для салатов. Кунжут, там всякие семечки прикольные. И сосиски себе отварили. Так что мы будем обедать и побежим дальше работу работать. Вот такие, кстати, если кто увидит, мне кажется, прикольная смесь. Я на дачу Даши тоже взяла такую с мамой. Салатная фантазия, дары природы. Там, видите, всевозможные семечки. Так что, кто с нами обедает, приятного аппетита. И нам тоже. Вечером вам покажу. Мне курьер подарок на годовщину привез. Сама еще не открывала, так что вечером с вами вместе откроем. Вместе с вами посмотрим, что же он мне приобрел. Я, конечно, догадываюсь, но, может быть, ошибаюсь, не знаю. Ну да, наверное, я была права. Ну да, я угадала. Это штатив. Я, в принципе, у него просила. Который большой. Потому что у меня маленький он. Это штатив большой. И с лампой. Селфи-кольцо на штативе. Опять мне разбираться с этой техникой. Блин, люблю, конечно, я всю эту технику, но вот разбираться это вообще не мое. Всяких штучек, дрючек тут опять куча. Вот такая штука. А, даже с пультом. Смотрите. Так что я теперь себя смогу снимать одна, сама себя, во весь рост. А то хожу только вот так вот себя снимаю, и вы меня видите не во весь рост. Ну, конечно, во весь рост я большая буду. Но иногда, я думаю, хочется же вам посмотреть что-то более интересное, потому что постоянно только лицо снимать, мне кажется, что надоест. Так что я теперь крутышка. Шучу. Классная вещь, я хотела ее, честно. Такой пульт. Ну, я думаю, тут разбираться-то особо, конечно, наверное, и прям уж не нужно. И вот такое вот освещение. Наверное, я возьму его с собой на дачу 12 числа. Поставлю и пускай снимает всех моих гостей. Гостей, правда, мало будет, немного. Свои. Вчера поехали с Олегом. Мотаемся вообще каждый день. Поехали вчера с Олегом в Глобус. Накупили себе частично посуды. Сковородочку, кастрюльки, чтобы хотя бы, ну, можно было сварить макароны. Там макароны, картошку, допустим. Полежу немножко с вами, поболтаю. Я в Дашиной комнате. Она, правда, ругается. Вот, как я уеду. Как я уеду, сразу забираешь мою комнату. А знаете, как удобно? У меня тут бардак. Сняла сегодня в обед с балкона белье. Сушила. Сейчас вот буду складывать, гладить. Тут у меня собираются вещи
на праздник, так сказать, на годовщину, на дачу, что вспомню, складываю туда на стол. Здесь у меня вообще рабочая зона. Я это вообще не убираю. Лягу здесь и монтирую влоги. Мне очень нравится, удобно. Шалек там постоянно в телевизоре. Поехали в Глобус вчера, думаю. Кстати, цены вообще не дешевле. Я думала, хотя бы там подешевле можно купить. Но что в Глобусе хорошо, нам нравится. Там очень большой выбор всего. Ну, взять даже продукты и, соответственно, хозяйственные товары. Мы 1000 лет уже там не были, очень редко туда ездим. Но вчера решили, думаем, чтобы выбрать хотя бы посуду какую-нибудь на дом, все самое необходимое. Вы знаете, мы даже то, что хотели, не купили. Элементарно даже овощечистку. Я вот покупала тефалевскую дом, мне очень она нравится. Недорогая. То ли 240 рублей, то есть, ну, до 300 рублей точно. Там 500 рублей, но они такие тоненькие, какие-то хлипкие. Мне, честно, даже жалко было 200 рублей за них отдать. Но взяли какую-то, по-моему, рублей 300 она. Не знаю, попробую я, конечно, 12-го. Ну, может, конечно, зря я так переживаю. На самом деле она и нормальная, но не знаю. На вид не айс. Так вот, отступила от темы, что я вам хотела рассказать. Купила, чем я очень довольна, хотя я не собиралась покупать тарелки там, но нам нужны были супницы под шурпу, нам нужны были супницы. Я вообще хотела купить такие на подставке, знаете, металлическая подставка и там 6 супниц. Там в Глобусе нет таких, были отдельно, но они идут как салатницы, ну, мы решили, что они и для супа подойдут. Соответственно, и они коричневого цвета такие, прям в стиль нашей беседки. И там были еще тарелки и кружки. Я Олегу говорю, хочу. Давай возьмем для нашей семьи. То есть, ну, пообедать там, поужинать, чтобы это вот, ну, как на постоянное, на каждый день была эта посуда в стиле беседки. Сейчас я из дома забираю, ну, сервиз люминарк, который у меня был. Ну, давно я уже покупала, мне дарили деньги на день рождения, я их собирала и постепенно набирала себе сервиз посуды люминарк голубенького такого цвета. То есть я на 18 человек брала, он у меня очень большой получился, я его постепенно закупала. И когда мероприятие, у меня там все есть. И я решила деньги не тратить, что-то еще покупать. Я сейчас его постепенно перевожу туда, в беседку. Потому что, скорее всего, мы уже в большей степени будем собираться там потом. А этот сервиз я купила на каждый день, потому что он мне очень понравился. Он керамический, коричневый, такой, ну, классный. Я вам его покажу 11-го. Да, мы поедем 11-го после работы. Я буду разбирать там, мыть посуду, я вам его покажу. Надеюсь, вам тоже понравится. Напишите потом, если вам понравился. Ну или нет, на вкус цвет товарища нет, поэтому это в моем вкусе, по крайней мере. Так что вот так немного закупились. Купили чайник. Хотели обычный, мы чай вообще не любители пить. Но Даша сказала нет, покупайте термопод, как у бабушки, это очень удобно. Купили термопод. Так что, ну, что я вас буду мучить своими рассказами, увидите 11 числа, что мы купили. Сделаю вам обзорчик небольшой, покажу. Конечно, ставить там еще негде ничего. Еще хочу вам показать кактус, который меня постоянно радует. Это мне на бывшей работе подарила подружка. Вообще, кактусы мне дарили, якобы цветущие, но цветочки у них были приклеены. Ну, по крайней мере, у меня такие попадались. И здесь, когда она мне подарила, я сначала тоже подумала, что это приклеенный цветок. А она говорит, нет, он цветет. Думаю, ну, отцветет, и как обычно, потом все кактусы будут просто расти, и все. Ну, подарок есть подарок. И он у меня стоял долгое время там, на той работе. Потом, когда я перешла на эту работу, на новую,
Я его, соответственно, забрала с собой. Домой не стала нести. Думаю, пускай он меня радует на работе. Он маленький такой, небольшой. И вы знаете, он постоянно цветет. Он постоянно. То есть раз в полгода точно. И выпускает по три, по два, по четыре цветка. Эта красота вообще неописуема. Все заходят в кабинет, особенно когда он цветет. У меня уже многие хотели его купить, своровать. Я им всем говорю, этот цветок недоступен, потому что мне его подарили, это подарок. Попробуйте только кто-нибудь до него дотроньтесь. Честно, я уже даже стала переживать, чтобы он у меня не пропал. Я его не пересаживаю, потому что я боюсь его спугнуть. А подружке скидываю всегда, когда он цветет, и говорю, Маша, смотри, твоя красота опять расцвела. Кстати, надо ей сейчас еще скинуть. Сейчас он только один цветочек распустился. И там еще, увидите, два набухают. Сейчас тоже будут цвести. Я ей скину тогда. Она говорит, Наташа, ты представляешь, я дарила еще двум девчонкам, двум подружкам. Ни у одной не цветет, только у меня. Так что представляете, какая я счастливая. Скучно вам со мной? Не скучайте. Выходные будут. Все, конечно, вам не покажу, но частичку нашего праздника вам покажу. Вообще, знаете, 22 года это как-то так быстро пролетело. Думаешь, это же вроде только поженились. Было-то вообще. Мне вообще 18 лет было. Вот такие мы с Олегом были до замужества. Свадьбы и уже нашей семейной жизни, где Даша маленькая, покажу вам в следующих влогах. Не пропустите. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходило к вам оповещение, когда я выставляю новый влог. Ставьте лайки. Очень мало лайков ставить. Мне я расстраиваюсь. Рыба жарится. Пюре варится. Поставила. Ну, рыбу я уже заканчиваю жарить. Она быстро готовится. Мне нравится. Свечку перчиком посыпем. И все. И вкусняшечка наша готова. Ну что, собрали мы с Олегом. Я больше половины сама собрала. Олег мне подсказал, потому что что-то у меня там не получалось как-то. Как эта штука работает? Смотрите. Включили белый свет, желтый свет
Но вас не очень видно. Сейчас я свет выключу. Может, вот так вам будет видно. Белый свет. Желтый свет. Прибавляем. Очень ярко. Убавляем. Прибавляем, убавляем. Ума много не надо. Прикольная вещь. Пока-пока.